А я уже пошел тебя искать, я думал, где ты, где ты, где ты? Здорово. Привет. Ну чё? И где Данил? Обои покупает. Чё, реально что ли? Да, вот, видишь? Человек обои, блядь. Оператор, ты чё, обои покупал, что ли? Нет, я смотрел картины. Картины? На май перед матчем Ротора посмотреть картины, это вообще прям очень серьезное дело. Очень красивые картины. Сегодня последний поход на Ротор в этом сезоне, и он, возможно, закончится феерично, а возможно, не очень. То есть все зависит от самого Ротора и от того, как они сегодня сыграют. Против кого? Динамо Ставрополь. Вот, ну это известная всем команда, поэтому обыграть ее можно будет, да? Конечно. Нужно. 3-0. Стандартно 3-0. Настоящий болельщик Ротора, видел, блядь, с пивом уже в машине. Ты также поедешь, Джонни? Дверь открыта, и ты так вот сидишь, и кстати, поехали. Так, рассказывай про велопарад. Велопарад ежегодно в Волгограде проводится велопарад. В этом году он собрал 921 человека. Не добрали. Не дотянули. Стартовал в одном районе, заканчивалось в другом. Расстояние было 10 километров. Ехали. Быстро ты ехал? Скорость какая? Нет, ехали. Он ехал без скорость седла. Была 5 без седла. Да, 5, день, ночь, уехал Даня, приехала дочь. Это на самом деле очень много девушек, и это приятно, что... Че, на жопу насмотрелся? Да, я ехал. Что, Игоря, надо сделать? Попасть жвачкой в горлышко бутылки. Давай, челлендж. Блядь, она прилипает. Прилипает? В рот. Давай, давай, давай. Ни хера ты не попал. Лошара. Мальчик в желтом решил взять попкорн. Ты решил в кино сходить вместо Ротора? А что это как-то со вкусом дыни? Со вкусом дыни, это вообще попкорн. Нет, блядь. Берем колу. Тебе, знаешь, новая версия для... Этого человека сколько лет? 30? Было. 30. 5 лет назад, смотри. Лукас Артс, смотри. Двигай. Люк, прибудет с тобой сила. Смотри, сколько народу. Что, хитрожопые самые? Да. Я нашел знакомого человека. Красивый. Красавчик. Вот молодец какой. Спасибо знакомому человеку. Да, пускай стоят, пускай стоят. Пускай стоят, я тебе говорю. Где они? Где? Пускай стоят. Давай, пацаны, все, мы пошли, пока. Давай. Давайте, давайте. У нас есть билеты, все хорошо. Давай. Женек, интересно, Женек? Очень? Лучше, чем футбол. Жрать хочет просто. А, жрать хочет просто. Игорян, ну что, попкорн вкусный? Ништяк, да? Ты в кино как пришел? Не, реально прикольно. С попкорном творит футбол. Главный болельщик в майке Ротора, все дела, все. Привет, привет. Садись. Флешмоб, флешмоб. На той стороне. На той стороне. Значит, мы правильно ракурс выбрали. Я не буду сюда прибегать. Радоваться. Но я надеюсь, мы будем радоваться. Мы тоже так подумали. Но это не точно, как говорится. Никогда столько народу не было, глянь. Чё не кричишь, я не пойму, Парнище, блядь. Давай быстрее, блядь, чё? Ой.
я, прикинь, ты не, поп, не заснимется. Это нормально, наоборот. Второй командный «Динамо» Ставрополь забил Алексеевича! Ой! Рома Зенцов, привет тебе передают фанаты Ротора. Ебать, Сельмаш, ебать. Да заебал ты, блядь. Молодцы, 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 молодцы. Самые пиздюки, ёпта, залезли, блядь. Вот, два Лёхи. Красавцы, молодец, блядь. Вот смотри, молодёжь не та уже пошла, блядь. Праздник в Волгограде удался. Лёха, он аж на поле выбежал. Фотографировал. Голый, блядь. Нет, но этого вы не увидите. Да. Лёха. Голый бегает по полю. Теперь самое главное выполнить другой челлендж, найти бабки на ФНЛ его, чтобы и купить, да, более-менее неплохих игроков, потому что укреплять команду вот серьезно надо, очень серьезно. Ну и соответственно все это дело надо отметить бутылочкой вкусного пива. Пацаны, с победой, Ротор Волгоград, ура, ура!